От сессии до сессии живут студенты весело. Свой главный праздник они отметили на интерактивных площадках. В Крымском федеральном университете можно было запустить дроны и поиграть в лазертаг. А выпускники университета правосудия провели специальную конференцию вместе с молодыми и активными. Праздник отметила и наш корреспондент Анита Матвеева. Она расскажет подробнее. Они летают до 200 км в час за 2 секунды. На спортивных дронах ребята показывают свои способности в пилотировании. Камера и очки дают полный обзор и создают ощущение свободного полета. Дрон-рейсинг – инновационный и высокотехнологичный спорт. Я надеюсь, что к лету у нас получится, благодаря в том числе симулятору, отучить команды и запустить первое соревнование в Республике Крым. А еще команда Крымского федерального университета создала проект производства квадрокоптеров. Полеты на реальных дронах организовали в спортивном манеже в честь Дня российского студенчества. На еще одной игровой площадке – лазертаг. Если мишень мигает, значит цель поражена. В военно-спортивной тактической игре разработали несколько режимов. Можно захватывать разные объекты – опорные пункты или флаги. К бою готовы. На моем оружии здесь показано количество жизней и боеприпасов. Это инфракрасный излучатель, который, собственно, и выдает лазеры, а датчики на мне фиксируют попадание луча противника. И, конечно, лазертаг – это командная игра. У нас бой 3 на 3. Мои напарники уже борются с врагом, и сейчас мы тоже к ним присоединимся. В Крымском федеральном университете планируют открыть секцию по лазертагу. Команды смогут отточить мастерство ведения боя. Очень интересно, это необычно. Мы обычно медики не занимаемся подобными увеселениями. Вот. Но сегодня что-то новенькое попробовали. Лазертаг – это вообще просто что-то необычное. В праздничный день состоялось и открытие лофт-пространства. Проект и дизайн разработали студенты. Очень все стильно, минималистично. Мне очень все понравилось. Перед этим состоялся молебен в память о святой мученице Татьяне. Ее считают покровительницей студентов и образования. В этот день ее просят помочь успешно сдать экзамены и зачеты, а еще отправиться на перспективную стажировку или конференцию. Я надеюсь, что мы даже сделаем модели академических обменов, когда наши студенты могут ехать на семестр, например, там, либо в Индию, либо какие-то другие страны, в университетах там. Поэтому об этом идет разговор, что это крайне важно для студентов именно в этот момент понять, как устроен мир, и что они могут сделать полезного для его расцвета. Праздничный концерт подготовили и в инженерно-педагогическом институте. А в университете правосудия прошла конференция с выдающимися выпускниками. Молодых и активных в этот день поздравили и власти республики. Если ты предан своей профессии, то обязательно придет успех. Просто он не сегодня, не все хотят, чтобы это... Вот я выбрал, но завтра мне засыпали деньгами, насыпали, так сказать, еще чем-то, вниманием. Вот это для студента очень важно. Ну, а все остальное, думаю, они люди современные, крымчане, я верю, в них все будет хорошо. В Крыму учатся 75 тысяч студентов, в том числе почти 3 тысячи иностранцев из 50 стран мира. Анита Матвеева, Анна Цыпаева, Алексей Романов, Андрей Заричный. Новости 24.